Таисия Брюханова, и я кандидат. В 2015 году у телеканала «Дождь» был очень крутой проект «Президент 2042», такой реалити-шоу для молодых людей, которые отбирались в эту программу и потом играли в выборы, вели свою кампанию. Там были 4 наставника, вот как раз Ирина Хакамада, Максим Кац и еще двое менее отличных, менее хороших. Вот, и я туда попала, мне очень хотелось найти какую-то структуру людей, с которыми можно объединиться и, наконец-то, уже как-то более активно включиться в политику, а не только там наблюдать на выборах. И подумала, о, отличный шанс, ну, не отберусь, ничего страшного, а если попаду, хотя бы с ребятами познакомлюсь. И вот познакомилась там в том числе с Максимом и по жеребьевке попала в ее команду, что, конечно, классно получилось. Вот, он на второй день узнал, что я из Щукина, и такой, можно тебя в депутат будет избрать как-нибудь. Через год избрал. Росли, играли там, а потом я гуляла с собакой здесь, мы играли в баскетбол на этой площадке, а курить бегали вот сюда, за кусты, где никто не видит. Полномочия муниципальных депутатов мы вот занимаемся тем, что согласовываем управе благоустройства. И программа «Минимумы», которую обычно выполняет там оппозиционный депутат, смотрит, ну, чтобы там не было задвоений, какой-то коррупции, завышенных цен, а у меня так есть интерес урбанистический, развивать городскую среду. Мы попытались, и вот получилось, в принципе, выкрутить эту всю историю так, чтобы делать реально что-то полезное, свежее, новое, какие-то новые подходы внедрять, и потом вот в другие районы приезжали, смотрели независимые депутаты, как тут что, и стараются у себя сделать. Я, кстати, залезала на него. Надо было проверить. Такой вот письменок. Мы в команде договорились, что какие-то вещи по благоустройству определяю я, но я при этом убеждаю своих коллег, что вот осьминог — это классно, что надо такую детскую площадку делать. И мы дальше идем уже всей командой. Ну, конечно, чиновники сопротивляются. Было непонятно вообще, что это такое, какие-то архитекторы, зачем, если можно открыть какой-то каталог и просто ткнуть пальцем, и оно само, и оно такое. Ну, типа, всегда так было, зачем нужен архитектор? Ну, приходилось прям долго и упорно объяснять, выступать на заседаниях, как-то убеждать, говорить, что так дело не пойдет, приводить там аргументы, примеры других стран или каких-то других площадок. Вообще, муниципальное депутатство — это очень хорошая такая политическая школа. Ты на безобидном таком маленьком уровне, где, в принципе, если ты ошибешься, цена твоей ошибки будет не такой большой, ты проходишь все, что можно вообще испытать за там политическую карьеру человеку. То есть и какие-то предательства, и манипуляции, и какие-то сложные разводки, правда, по мелким поводам, типа там, не знаю, посадки кустов. Ну, ничего, если тебя разведут и не посадят 3 куста, зато ты вот эту школу пройдешь. Я себя чувствовала в школе несправедливость, потому что у меня были ярко-красные губы, когда я была ребенком, а у нас был жесткий дресс-код, нельзя было краситься, и вот я там 5-6 класс, красные-красные бородные губы, и директрисе казалось, что они накрашенные, и она меня водила в свой кабинет, и у нее было 2 вида туалетной бумаги, хорошая для нее, и там, где она ее использовала по назначению, и дешевая такая серая мерзкая туалетная бумага, которую она оторвала кусок и проверяла, не накрашены ли у меня губы. И меня это так раздражало, ну, типа, я ребенок, меня прям, ну, что такое, пыталась ей объяснить, что ты уже который раз меня водишь, отстань уже от меня. Вот, и в какой-то момент я ответила, я сломала немного систему нашей школьной формы, я сделала нестандартную вещь, я прочитала устав гимназии и увидела, что по правилам девочкам можно носить юбку с однотонными колготками, но не указан был цвет. И я ходила в ярко-желтых, ярко-кислотно-розовых, они были однотонные и не нарушали правила. Ну вот, мэрия сажает 1 000 000 кустов, ну и как бы оно помрет скоро. В интернет. Хорошо. Вот не поливают. Вот честно, я бы вам очень благодарна была. Вот я вам могу сказать, вот смотрите, жилищник, кусты посажены, наверное, на наши деньги. На наши, конечно. Вот. А видите, никто не поливает.
Вот вторая неделя засуха. Никто не поливает. Не поливать, ну да. Ничего. А вы знаете, что у нас выборы будут в сентябре как раз районных депутатов? Знаем. Вот, пойдете же обязательно? А мы никого не знаем из них. А может, узнаете скоро? Не придут кандидаты? Я так думаю, что нет. Там в списке показали, я говорю, ни одного человека. А кого вам показали из списка? Просто я сейчас муниципальный депутат, но я не буду сейчас переизбираться. А как ваш фамилия? Брюханова. Вместе с Барковским и с Шулешком. А я знаю вас. Вот. Я же здесь старшая по дому. А, ну вот. Я знаю, я вас знаю, и вашу маму знала. Да. Вот, знаю, вернее. Да, да, да. Она жива-здорова, слава да, богу. Да, все хорошо, она дальше сейчас с бабушкой. Ну и слава богу. Единую Россию вообще надо уже закапывать. Ну, не так радикально я бы высказалась, но нет, направление это, тоже. Вы же понимаете, мы же не будем здесь яму копать и закапывать. Ну да. Это в переносном смысле, что не работают, не хотят. Угу. За что деньги они с нас берут? За ЖКХ мы платим большие деньги. За все. Поехали. И то, что вот посаженные кусты, они гибнут, угу. У меня сердце кровью обливает. Они же каждый год их сажают. И они каждый год гибнут. Вы знаете... Вот в том дворе мы сажали в 18-м году. Все погибли. И то мы погибнем вообще. Не погибнете, тут хорошая команда будет. Хорошую замену подготовили. А вы нас помощники берите. Обязательно. Я никуда не денусь, я продолжаю тут жить. И продолжай работать. Привет, маме. Да, обязательно передам. Спасибо. Когда я пошла первый раз работать на выборах, это прям 18 лет, вот те самые выборы в Госдуму и от института предложили поработать в комиссии, а я тогда особо, ну, слышала, что все идут наблюдать. И я такая, о, ну, прикольно, примерно то же самое. Думаю, посмотрю, как это устроено. И мне казалось, что я делала какое-то важное дело, мне там все время рассказывала, там, бабушка, она тоже когда-то в комиссиях работала, что вот это правильно, надо что-то делать для страны, хорошее дело. Вот я приду, мало того, что я проголосую, так я еще что-то сделаю. И оказалось, что меня пытались втянуть в эти все фальсификации, и я как-то пыталась дать этому отпор, но тоже сидят вокруг меня преподаватели там, колледжа, которые учат детей, и я прям сижу и вижу, как они переписывают вот эти протоколы, заполняют бюллетень, ну там что-то книги они заполняют, и тоже такая злость, я говорю, ну вы же детей учите, ну что вы творите, типа, вы это там 1010 за 15 делаете, а вас зарплата-то устраивает нормально. Такое возмущение, что, ну, люди были готовы, и вот эта вся система так организована, что за такие... ну, там, копейки по масштабам последствий, которые для нашей страны эти фальсификации привели, люди вот нарушают выборы, и я, конечно, на следующий день там позвонила однокласснику-анархисту, спросила, так, ты там все время на митинги ходил, как это делается, рассказывай. Он за мной зашел, закинул портфель, и мы поехали на триумфалку на митинг. Правда, на выходе из метро его тут же задержали, как-то его опознали полицейские, поняли, что таких надо задерживать, а я дошла. Вот, и с тех пор, да, участвую в протестном движении и стал заниматься еще более активной политикой. Привет, привет. Здравствуйте. Ну, что? Вон около флага стоит. А что там? Ну, он там всегда и стоял. Всегда вот тут стоял? Мы как пришли, он там был. Привет. Они все так встают сразу, когда я подхожу, как будто я учитель в школе. Привет, как дела у вас? Ну так, нормально. Не очень много народу, но идет как-то. Бинго! Первая точка, где никто не пошутил. Не хочу ли я оставить подпись за независимого кандидата? Здравствуйте! Вы же в этом районе живете? Не в этом, к сожалению. Так что в следующий раз на портрет... Ну, может, вы кого-нибудь знаете, кто здесь проживает? Можете рассказать. Да, что очень сложная задача 16 тысяч подписей собрать сейчас. Знал. Я бы вам устроил подпись, но умерла моя тетя только что неделю назад. Болезнь. Ну, спасибо.
Ребят, удачи вам. Спасибо. В вашем деле. Спасибо. Всего доброго. Да, Россия здравия. Будет свободна. Да. Хорошо, да. Грустная история про тетю. А может, сегодня дождик будет? Там тучи. По энергетике мне Хакамада нравится. Именно вот по подаче, по тому, как она сама себя ощущает, там вот как она дебатировала, это прям, ну, очень классный, и, ну, там, не знаю, и образ, и вот, ну, как она свою мысль доносит, и это прям классно. Вот, по взглядам, естественно, не всегда совпадает, но вот энергетика прям очень крутая. Да, похоже. Нет, я тогда домой пошла. Я, знаете, еще не встала, у меня до свидания. А эти, он только фотографировал. Да, они сами только хотят выложить свои интернет американцы. Нет. Здрасте, а как вас зовут? Меня? Да. Ой, я это самое. А вы... Что, не нападайте на меня, не нападайте на меня. Я правильно понимаю, что вы сотрудник полиции? Как вы догадались, девушка? Сейчас я дайте все. Номер 024-910. Я вообще не здесь. Как вас зовут? Вас, пожалуйста. Я не буду с ним разговаривать. Ну подождите, я гражданин Российской Федерации. Приходила Анастасия Андреевна. У меня есть предположение, что вы мешаете ходу сбора подписей за меня. Можете, пожалуйста, представиться? Как вас зовут, какая у вас... Подождите минуту, я с вами все представлюсь, все расскажу. Вот что хотите, расскажу. А что это, господа? Во, видите? Здрасте. Да, смотри. Я кандидат, а кандидат, вы кто? Кандидат, депутаты, товарищи. Как вас зовут? Какие? Я участковый полномочный полиции. Сокольской полиции. Как фамилия? Участковый полномочный полиции. По району Сокол. Лейтенант полиции Культин. Кулицын? Культин. Культин. А имя отчество? Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич. Вот, наконец-то. Анастасия, очень приятно. О, мне как мне приятно. Знаете, сколько на вас жалоб? Я понял, я больше никому не буду из бабушек подходить. Нет, вы можете подходить. Мне теперь вашу даму дайте. Какой даме речь? Ну что с бабушками делаете? Агитируем, вот смотрите. Профилактика? Ну смотрите. Я просто... Нет, я вам расскажу, нет, я давай. Расскажу. Да, я давай. Расскажу, смотрите. Вот это вот официально предупреждение. То есть не подписывайте никакие документы. Точку. Классно. А можно мне прочитать, пожалуйста? Давайте. Да. Смотрите, когда сотрудник полиции подходит в тот момент, когда я собираю подписи к бабушке и говорит, следите за сохранностью личных документов. Аферисты рассказывают про выплаты, надо подписать ряд документов, а вместо этого подсовывают на подпись доверенность или дарственную на вашу квартиру. Не подписывайте никакие документы, говорят сотрудник полиции, рядом с точки сбора за оппозиционного кандидата. Я уверена, это чудовищное совпадение, правильно же, Сергей Алексеевич? Такого просто совпало, вчера вас тут не было, вчера тоже вот, собирал. Я уверена, что такое больше никогда не повторится, правильно? Почему? Я и завтра сюда приду. Ладно, спасибо вам, Сергей Алексеевич. Надеюсь, что будет безопасно нам дальше вести сбор подписи под вашим контролем. Обещала не подходить к бабушкам. Да, Сокол и вот весь Татьяна. Вы бывали за границей, водили там машину? Казань. Это не за границей, Казань до сих пор Россия, извините. Я, к сожалению, за границей, кроме России, нигде не было. Ну вот. Вы можете распустить КГБ, извините. Да, сейчас как? Не могу. Видели за митинги, до которых у нас иногда проходят, что там полиция творит? А какие митинги-то? Которые на Навальный, что ли? В том числе, да. И что там? Ну, это, вам, это не митинг, ну, это незаконное шествие и собрание. Ну и что, надо так бить людей электрошоком? Так еще и прививать, если они того заслужили, так еще, я то, так конечно, и считаю, извините. Женщине, которая ударила ОМОНовец ногой в живот, пожилой, приходил потом, извинялся в маске, полицейские до сих пор не выдают его личность и его не привлекли к ответственности. Напрасно он приходил. Он действовал совершенно законно. Я не считаю, нет, это человек ненавистнический. Бить людей нельзя, они это ужасно. А? Подвиги есть, не надо. Подвиги? Понятно. Девушка, так вы... Провоцировали? Ужас. Ну, потому что я не разделяю вашу позицию, и, как я говорила, мне нужно в штаб. С моими представителями можете продолжить общаться. Это вообще что такое? Вот такое меня очень расстраивает, когда что-то вот
прям человек ненавистническая. Вот мы утром обсуждали, когда женщина вот так про грибочки, про геев говорила. Вот точно так же. И тут мужчина практически напрямую говорит, а нечего было под ноги лезть. Типа и хорошо, что побили. Я прям не могу выносить такое. Это я прям в этот момент включается режим такой, что мне надо, чтобы это остановилось и больше никогда не повторялось в нашей истории. И мне возмущает, что создается такая картина, в которой для граждан создается ситуация, что это можно оправдать и считать, что это нормально. Так, о, вы сколько собрали? Да, вообще. Да. Спасибо за ваше движение. Да нет, будем стараться. Лучше. Мне бы очень хотелось, чтобы в России девушки с синими волосами, зелеными или там любые парни, девчонки понимали, что они могут и должны управлять своей страной. Но 6 лет назад или 7, если бы мне сказали, что я буду кандидатом, навряд ли я бы и поверила. И действительно, вот этот орган, он таким казался, там такие душные дядьки в синих костюмах, что-то такое, вот такое. Ну, по-моему, оно специально делается таким, что туда даже не хотелось избираться вот каким-то нормальным или там неформальным людям, нестандартным под это вот. Но очень хочется этот стереотип поломать. Очень хочется показать, что любой россиянин там, с синими волосами, с зелеными, просто который не врет, а будет говорить то, что сам хочет, а не то, что ему будут сверху говорить, сможет туда избраться и сможет честно и добросовестно выполнить свою работу. Таких у нас давно не было примеров, и хочется таким примером стать. Вот, ложись спать. Да. Да. Напишу. Давай, пока, мам. Пока. Я тебя пока.